От дома до работы без преувеличения несколько шагов. Анатолий Волобуев принимает пациентов в офисе врача общей практики в Савинской Слободе. Приехал из города Ейска по программе «Земский доктор». Предоставили работу, и когда офис дали, вот с другого конца здания, там квартира врача. Полностью благоустроена. Ну, кое-что сами там, конечно, доделывали, чтобы полноценно жить. Условия более чем хорошие, говорит врач. Но и работы хоть отбавляй. В день иногда приходится принимать до полусотни пациентов. С утра прием с 8 часов до 12, потом вызова, приходит машина, водитель меня везет по деревням. И потом возвращаемся, закрываем вызова, проводим там внутреннюю работу. В очереди на прием и взрослые, и дети. В этом и заключается особенность врача общей практики. Он оказывает медицинскую помощь по разным направлениям. Может быть и хирургом, и офтальмологом, и лором, и педиатром. Ему по силам принять даже роды. Предполагается, что имеем право и мелкие операции сделать, там какие-то рану какую-то ушить, небольшую опухоль удалить, серную пробку из уха достать, инородное тело роговицы из глаза достать. Большой опыт позволяет Анатолию Волобуеву делать хирургические операции. Было бы побольше медсестер, сетует врач. Здесь она одна. Мини-поликлиника оборудована всем необходимым для забора крови, физио и других процедур. Есть гинекологический кабинет. Офис врача общей практики в Савинской Слободе открылся в начале года. Он сделал медицинскую помощь доступнее для более чем 5000 детей и взрослых. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».